Ребятки, ну в общем у меня сегодня завтрак. Омлет. Здесь яичница тоже. Ну это я не пробовал этот омлет. Хочу сейчас попробовать. Взяли себе позавтракать, смотрите. Булочки какая-то. Мяско, огурчик, помидорчик, колбаски. Здесь еще порция оливочки, кофе. Ледяновый. Я протираю. Друзья, пришел на завтрак в 9 часов утра. Смотрите, появились булочки. Картошечка. Макарошки какие-то появились. Так, вот здесь все так же осталось. Сосисочки, яички, колбаска. Ну так, у нас здесь есть хлеб. Посмотрите. Рис. Овощи, все вкусненько. Сами накладывают из-за коронавируса. Смотрите, вкусняшки какие-то. Фрукты, овощи, яблоки, персики, апельсины, соки. В общем, короче, такой вот ужин, друзья. Ребят, забыл заснять видос, в чем тут взяли. Смотрите, смотрите, это желе. Да, у Дианы тут. На слизняка. На слизняка. В общем, ничего не буду рассказывать, просто посмотрите. Я тут половину уже съел все. Винчик. Вот это буду. Сладостки, арбузик, вон там еще. Ну, короче, шавка есть. Ее очень много. Поэтому кушаем. Винишко здесь тоже есть. Вкусности. Тушеные овощи. Лучок. О, а это что такое? Курочка, что ли? Курица-гриль. Курица-гриль. Вот какой-то пиде, поло, наверное, мяско, фри, потом арбуз, овощи, оладушки, а там у нас яичница, да? Да. Закусочки разные. Hello! Закусочки разные. Оливочки. Здесь можно гамбургер забодяжить. Фри, картошечка, наггетсы, мясо. Ребят, ну вот взяли мы, в общем, в снэк-баре картошку фри, макарошки, мяско, гамбургеры. Салатики какие-то на пробу. В общем, жить можно, есть можно. Приятного аппетита всем. В общем, взял я ужин. А, вот у Дианы, посмотрите. Курочка, картошечка. Ну, Дианочка сидит, клюет. Я вот все тоже взял. Картошечка, мясо, рыбка. Ну и салатик какой-то.